здравствуйте, я не понимаю, зачем меня сюда посадили, что сейчас будет происходить. Я раньше был очень застенчив, постоянно за стенку держался. Спроси меня про артиста. Что такое артист? Я себя артистом не считаю, например. Друзей вот таких близких, прям всем близких, я думаю, сейчас прям просто у меня и нет. С хорошим отцом себя назвать не могу. У меня уже очки потеют, вы понимаете или нет? Ну, после хора турецкого ничего не будет, потому что меня в хоре турецкого и похоронят. Ну, вот есть, конечно, у меня произведение, которое я ненавижу в нашем репертуаре. Что такое любовь? Первая любовь? Хорошо, до сих пор с ней встречаюсь в Челябинске. Как я сказал, а? Нормально говорю? Какую-то фигню. А мне не бывает грустно и страшно. Это про кого? Я тупой, вопросы не понимаю. Если что было не так, не обессудьте. И вообще, в музыке вообще оказался я случайно. 3 года там родители утверждали, что там я на подоконнике там, типа, изображал, что исполнял что-то, да. Я учился в музыкальной школе, потом мне ее захотелось бросить в классе 5-м, но пришла учительница, юная девушка, полная амбиций. До сих пор с ней общаюсь, Галина Алексеевна, очаровательная совершенно женщина. Я поступил в музыкальное училище, поступал я как пианист вообще. Но мне сказали, ну вы явно не Рихтер, хотя играл я неплохо, просто там люди вообще классно играли. И мне сказали, ну а вот там нужны парни, вот теоретики. Вот на музыкалическом отделении всегда по ним недобор, вот. И хотите, давайте туда. Ну, как-то я захотел. Для теоретика я вообще классно играл, просто виртуозно. Ну, а потом я уже поступил в Гнесинку, ну, и как-то так все прошло. И у турецкого также случайно оказался совершенно. Я был звезда музыкознания Челябинского, вот, и как бы я был второй человек, который поступил в Гнесинку как музыковед. И за всю историю. А потом за мной уже прям вагон пошел. Меня забрали сразу, как только я поступил в Гнесинку, меня практически забрали через месяц в армию. Не могу сказать, что там как-то я особо сильно страдал, потому что первые полгода я был в учебке под Таллином, инженерно-саперные войска. Потом я попал по распределению в Белоруссию, а второй год вообще уже дослужил как музыкант. Вот. А когда я попал в Белоруссию, там в Бресте распределительный пункт, и вот стоит забор такой, просто 500 человек вот стоит вот этих, ну, после учебки солдатиков, духов. И выходит генерал такой, пианисты есть? Я думаю, нифига себе, вот это, блин, повезло, даже пианист, ну что музыканты, пианисты. Я такой, раз, два, так. Меня взяли в саперный батальон, я такой, на энтузиазм, меня приводят, я говорю, ну а где рояль? Они говорят, пойдем. В парк гусеничной техники. И там стоит ГМЗ, а я механик-водитель гусеничного минозаградителя. Это такой на базе танка такая фигня, которая идет, ставит мины. Вот. Меня подводят к нему и говорят, вот это твой рояль, а на гусеницу спокойствие, а вот это твои клавиши, ты на них будешь играть. Короче, в этом батальоне даже не было инструмента вообще. Это был прикол казармейский. У меня уже очки потеют, вы понимаете или нет? На сцене я очень серьезный, я... В образе стою, я втягиваю живот и распрямляю плечи. Вот. А вот то, что вот эти все вот это такая дурашливость, это как раз вот мне более по жизни присуще. Естественно, и дома, и везде. Где только можно. А, приобретенное, знаешь, что было приобретенное? Что я перестал стесняться, как бы. Я раньше был очень застенчив, постоянно за стенку держался. Вот. Я был очень застенчив. Я помню, когда в школе меня выбрали в группу знаменосную, я был знаменосец Потемкин. Мне надо было пройти с этим со знаменем школьным там через весь там актовый зал. Я не спал, наверное, 3 ночи перед этим, очень переживал. А вот как бы сцена меня научила себя, ну, какой-то раскованности, какой-то такой, ну, что ли, возможности держать себя на людях. Вот. Раньше у меня этого не было. Я, может, не знаменосец Потемкин, а вообще там вообще броненосец, или это прикольно? Да ладно, прикольно. Знаменосец Потемкин. Да я не отгораживаюсь от мира. Зачем от него отгораживаться? Мир надо контачить. Я когда учился в Гнесинке, за мной просто ходили девочки вот с таким словарем и записывали там все мои там высказывания. Ну, друзей вот таких близких, прям всем близких, я думаю, сейчас прям просто у меня и нет. Потому что как бы, ну, вот у моей жены, вот почему-то я прям в восхищении, вот у нее есть там три подружки, там, она из Красноярска родом, и, да, и они прямо вот с таких лет там скакали там, в хореографическом каком-то ансамбле вместе, вот они до сих пор дружат, до сих пор общаются, у всех уже куча детей, вот, это, а у меня как-то в разные периоды времени разные были друзья, ну, чтобы как бы друг такой, вот прям совсем друг-друг, ну, скорее приятели хорошие, вот так, хорошо, я буду вот так.
А что со мной дружить? Надо жить с хорошими людьми. Что со мной дружить? Ну, с токсичными людьми лучше не общаться. Там себе же хуже будет, правильно? Поэтому, если, допустим, какой-то человек вас не устраивает, зачем на него тратить время? Михаил Борисович, вот Михаил Борисович разный, но как бы я с Михаилом Борисовичем уже четвертый десяток лет, ребят, поэтому для меня это святое. Я в ходе турецкого МРУ, турецкого люблю, обожаю, прям нисколько не кокетничаю, это правда. Он очень хороший человек, а то, что он как бы иногда бывает, ну, дает такого прям царя, ну, так ему так и положено. С нами так и надо. Ругаюсь, матом ругаюсь, да. Ну, я могу нагавкать на людей, конечно, некрасиво, вот, это не прям плохое качество. Просто у меня такой, вот сразу хочу сказать, у меня такой голос, вот даже турецкий иногда говорит, там я что-нибудь ему парирую, он говорит, что ты начинаешь сразу это, быка включать. У меня просто такой голос, я даже когда с людьми здороваюсь, они уже обижаются, я не виноват. Ну смотри, это все зависит от ситуации на самом деле. Так как я уже много лет этим занимаюсь и как бы и делать по большому счету ничего другого не умею, то если, допустим, вот идет какая-то обойма концертов большая, там 7-8, там больше, конечно, уже какой-то есть, уже автоматизм включается. Ну а когда, допустим, вот долго не было выступлений, то очень даже с энтузиазмом выходишь на сцену, там подпрыгиваешь, колени высоко подкидываешь. Там. А долго это сколько? Ну, допустим, ну там... пару недель. Нет, ну вот есть, конечно, у меня произведение, которое я ненавижу в нашем репертуаре. Но зачем? Пусть это будет интрига. Артист для меня это... Я себя артистом не считаю, например. В том понимании, в каком я себе это представляю. Для меня артист это, во-первых, звезда. Звезда. Ну и звезда не в том расхожем, затасканном понятии, как сейчас все употребляют, а это очень личность в плане индивидуальности яркая, очень одаренная, если это певец, безусловно, с хорошими вокальными, прекрасными вокальными данными, музыкально образованный человек, грамотный. Вот только в таком понимании для меня существует артист. Мы групповой артист, скажем так, групповой. Затасканный такой термин, типа бриллиант с гранями, но это вот по-другому не скажешь. Поэтому как бы каждый поворачивает своей гранью, и в принципе мы групповой артист. Нормально говорю? Какую-то фигню. У меня, кстати, разговорный голос баритон, если вы заметили. Но у меня всегда был низкий голос. И даже вот у меня сейчас подрастает сын, ему 17 лет, он тоже как насчет отвечать. Просто там я сам пугаюсь, тоже низкий. Видимо, это у нас семейное. Но, кстати, не знаю, что так все в этот профундо уперлись, потому что профундо голос абсолютно прикладной. Для него очень мало написано сольных партий в опере. Он нужен вот в православной церковной музыке, например, чтобы... в самом конце произведения спеть октавой ниже одну ноту, ну, соответственно, ставится бертоновый звукоряд, все красиво. Это певцы одной ноты. И я такой же. Что нового? Новые знакомства, новые места. Потому что это все дает коллектив такую возможность, а эта возможность уникальная. И мало кто имеет из музыкантов такие варианты, чтобы где-то побывать много так, как мы. Ну, врачом, да. Возможно, врачом. Как бы медицина меня тоже устраивает. А преподавать? Ой, преподавать... Ну, во-первых, надо любить детей очень сильно. Или если взрослым преподавать, то кого имеешь в виду? Ну, вообще. Надо просто людей любить. А ты не любишь? Нет, я люблю людей. Неправда. Ну, преподавателем, не знаю, но скорее больше бы врачом. Да, мне не бывает грустно и страшно. Вряд ли я ною, ну как-то не знаю. Ну по-разному, по ситуации, вот, честно говоря, даже не думал об этом. Ну, честно говоря, мало времени свободного. Поэтому то, что я делаю в свободное от работы время, ну есть какие-то дела, там домашний соцпакет там есть какой-то там, надо там что-то для дома, для семьи, там автомобиль, там и жучка, там, короче, ну все как-то вместе. Я для себя лучше. Для себя, ну, книжки я люблю читать, да, и, ну, и хожу там на массаж, на всякий там, потому что спорт для ленивых. Здоровье поддерживаю, какое еще осталось. Потом? Да. После хора турецкого или после меня в хоре турецкого? Нет, после хора турецкого. Ну, после хора турецкого ничего не будет, потому что меня в хоре турецкого и похоронят, потому что, как бы, это уже дело всей моей жизни. Ну, я думаю, может, какую-то, ну, не до 70 лет на сцене скакать. Ну, может, ну, каким-нибудь администратором каким-нибудь буду. Таким старым уже. На уилчер. Ну, могу и ноты перекладывать. Кто-то же должен ноты перекладывать. Не ты же будешь перекладывать, правильно?
Ну, это не я должен говорить, другие люди пусть скажут. Ну, надеюсь, что он неплохой. Ой, я думаю, что у всех есть вопросики к себе. У тебя есть все вопросики? У меня есть все вопросики. Я ленивый, как черт. Ты с этим борешься? Ну как, стараюсь бороться, и особо не дают расслабиться люди вокруг. Ну тут, наверное, рецепта, наверное, нет никакого. Там каждый по-своему переживает трудности, особенно личного характера. Ну, я думаю, надо как-то верить в себя в первую очередь и понимать, что ты просто не случайно как бы существуешь. И, видимо, если что-то начитался эзотерических трудов, хотя я не особо силен в этой области, у нас есть люди гораздо более просветленные в коллективе, если вы понимаете, о ком я, да, то, ну, в любом случае, у каждого человека есть какая-то своя программа на Земле, и, значит, если есть какие-то такие моменты, значит, они нужны. Как я сказала? Вот это вот. Ну, а стучать о потолок, что изменить? Можно я это ставлю? Можно. У меня пуза нет? Нормально? Нет. С возрастом. Я понимаю, что как бы вот что-то хотеть такого вот материального, это глупо. Так скажи по-другому, я тупой, вопросы не понимаю. Ну, смотря, наверное, что ты хочешь, у меня просто такого никогда не было, там что чего-то прям я как-то упирался рогами, но само все случалось удачно. Ну, говорят, те же труды эзотерические, да, метафизические, что если чего-то реально очень хотеть, то это произойдет. Прям хотеть. Это про кого? Ты знаешь, ну, конечно, наверное, ну, семья – это приоритет. Ну, хотя вот с хорошим отцом себя назвать не могу, потому что я просто мало времени детям уделял. Мало времени уделял детям, к сожалению. Они так быстро выросли. Вот. И, конечно, я, вот это да, упущение мое. Ты знаешь, артист, музыкант, пусть всего будет понемногу, поровну. Хорошо? Любить себя. Любить других, никого не осуждать, потому что у людей тоже есть право на свою программу, правильно? Какую-то космическую. Уже три, да, было? Раз, два, три. Себя, других, братьев наших меньше. Так, никого не осуждать. Ну, наверное, для гармоничного... А, учиться, всегда чему-то новому учиться, даже в старом возрасте. Вот ты будешь при смерти лежать, а ты вот стишок какой-нибудь выучи. Это тебе плюс к карме будет сразу. Да. Ну и за здоровьем, конечно, по возможности следить, потому что болеть, во-первых, очень дорого, а во-вторых, ну, как бы, не надо болеть. Это прям сразу... Вот сам убедился, что болеть нехорошо. Поэтому надо как-то это предвосхищать, какие-то превентивные меры. Счастье – это отсутствие несчастья. Ну, как сказать? Любовь. Любовь – это хорошо. Что такое любовь? Это сексуальное влечение к человеку, дружба с ним и уважение к нему. Это вот эти, собственно, раскладывается очень просто в три составляющих. Как диалектика. Карьера, ну, наверное, для мужчины она важна, конечно. Наверное, ничего плохого в этом нет, если, конечно, по головам не идешь в карьере. Музыка. Музыка – душа моя, так говорил Глинка. Дружба. Дружба – это хорошо. Если что было не так, не обессудьте.